Лидер партии «Удар» Виталий Кличко заявляет, что если председатель Верховной Рады Владимир Рыбак и президент Виктор Янукович подпишут бюджет и другие законы, которые были приняты в Раде, то оппозиция будет инициировать проведение референдума о выражении недоверия парламенту и президенту. Об этом Кличко заявил журналистам в кулуарах парламента, сообщает его пресс-служба. Виталий Кличко подчеркнул, что принятые решения являются нелегитимными. Все ті закони, які сьогодні були під з порушенням всіх норм регламенту, обманом були прийняті, не мають ніякого законодавчої сили. Якщо ці закони будуть підписані головою Верховної Ради та президентом, ми будемо ініціювати референдум до недовіри пану Рибаку, Верховної Раді, голові Верховної Ради та президенту України. Отвечая на вопрос журналистов, почему фракции оппозиции не пойдут тем же путем и не проведут свое альтернативное заседание, где будут принимать решения путем поднятия рук, Кличко отметил, что оппозиция не собирается таким образом легитимизировать сегодняшние действия власти. Напомним, Рада 16 января 235 голосами приняла госбюджет и ряд других законов.